Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжаем по 1335 кубков. Надеюсь, эта серия будет заключительной. Очень сильно надеюсь, ведь я уже хочу закончить этот челлендж, который себе сделал, если его, конечно, можно так назвать, и начать уже снимать видео по Буллетех и другого формата, и, так сказать, не волноваться о том, что я не выполнил этот челлендж, и хотя бы уже играть в Буллетех за кадром. А то я в нее играю, вот последнее время только снимаю. Ладно, погнали. Патроны, забираю аптеку. Фух. Надеюсь, это заключительное видео по этой рубрике. Ну, не рубрике, а этого челленджа. Я бы это так назвала. Рубрика эта не закончится. Я думаю, когда-нибудь... Наверное, ключевое слово, наверное, я буду еще апать определенное количество кубков. Но не обещаю, что это вообще когда-нибудь будет. Так, минус. Ай-яй-яй-яй. Только на миражок. Давай, вынеси! Есть, победа. Первая катка и уже победная. Просто... Я забираю цевье, забираю... А, цевье? Я не цевье, по-моему, забрал. Ну да ладно, пофиг. Так, прицел. Тут драгун у нас все забирает. Но мне как-то пофиг. Так, что у нас там находится из ресурсов? Ничего полезного. Так, инвиз меня выручает. Блин, а... А, они уже все слились. Вы чё, серьез? А, ну бы. Ладно. Может быть, тут рил вышел какой-то имба-перс, и поэтому они слились. Так что называть их так сразу нубы не буду, ведь... Блин, пожалуйста. Ведь я сам иногда туплю, бывает, очень сильно в этой игре, и все, вот так вот. Так что... Спором. Так, я хотел бы забрать этот глушак. Это Левиафан. Ага, ну он вообще по-тупому сделал, что это... Что использовал хилку, когда пришел я. Так, усилитель броньки. Где еще? Где-то тут... А, победа, отлично. Мои тиммейты затащили. Это топ-1 плюс 4 кубка. Мы, короче, опять заспавнились. Рядом с центром. Вижу бронь. Я ее, конечно же, забираю, как и цевье. Что-то все очень полезно. Максимально полезно. На это, наверное, это видео выйдет очень коротким. Из-за того, что мне тут совершенно чуть-чуть осталось доапаться. В прошлый раз мне просто играть надоело. Вот. Ну, блин, конечно, надоело. Для вас там видео, я не знаю, минут 10 шло, а для меня я играл минут 30-20. Так что... Так, как-то так. Значит, надеюсь, доапаемся в этой серии. Надеюсь, она последняя. Я очень сильно надеюсь, что она последняя. Так, валим с центра. Забираем прицел. А, они уже слились, блин, ну. Чхать! А, мне показалось, это там сталкер с 800 хп ходит. Я же думаю, это что за имба-перс такой? Точнее, ну, на прокачке имба. Блин, их хоть он наносит. Когда-то все говорили, Бастиан очень-очень слабый перс. Не, ну я там знаю, да... Его сильнее делали. Блин, а, ну, надеюсь, это... Нет, это третье место. Очень, значит, забираем. Патроны. Забираем аптеку. Аптеку. Какая разница? Да, да ё-моё. Вы посмотрите, опять не забрал. Так. Цевье. Теленоцентр. Просто
Блин, тиммейты какие-то рили тупые. Рил тупые. Идут все просто близко к центру. Там, где центр, то даже сейчас все команды, все, кто можно, будут сейчас туда бежать. Они взяли и пошли на этот центр. Ну, блин, ну вы серьезно? Ладно. Ее вынесли. Вот что я сейчас делаю? К сожалению, я Левича не вылечу, нет. Вот она сейчас меня увидела, да, конечно. Но я их не вылечу, блин. Еще смайлики какие кидают. Вот вам. Спрей. Так. Броня. Забираем. А это центр. Блин. А, 4, 2 и 1. Это значит второе место. Блин, я не заметил. Искра мифическая, офигеть, блин. Какой дисбаланс. Вот мы прогрузили следующие катки. Надеюсь, она уже будет победной, и мне дадут плюс 5 кубков, потому что идем мы хорошо, очень хорошо идем. Сейчас главное забрать, чтобы сюда никто не пришел. Все, отлично, бежим. А, ну там, в принципе, искра, она бы защитила. Так, из патронов тут ничего нет. Заряд способности, если только из полезного тут лежало. Так, вселялка на оружие. Забираем. Так, тут ничего. Там что у нас? Левиафан? Подожди, кто там? Блин, наверное, ошибочка-то грубая. Зачем я пошел? Не, ну центр там, возможно, они где-то сейчас в центре. Но мы там стрелялись. Не-не-не, пусть чуваки идут туда, я проверю, что здесь. Да вроде бы никого. А, ну да, вон враг. Идем, значит, туда. А, его уже вынесли. Так, я его вынес, все, отлично. Плюс 4. Так. Ах да. Наверняка просто, ну, олды моего канала, хоть пусть он был и недавно создан, но все же те, кто его смотрит вот прямо с самого-самого начала, возможно, они знали, что изначально, точнее, знают, что я изначально выпускал видео, гайды по Террарии. Вот. Может задаст такой вопрос, будут ли гайды сейчас в это время. На самом деле я сделал такую обновочку своего канала, что теперь я буду выпускать видео. Видео будут качественные. По крайней мере, я буду стараться это делать. А по гайдов по Террарии, ну, я не знаю, вряд ли мы с ними увидимся еще больше. Может быть, изредка я буду делать короткие видео, там, где что-нибудь объясню. Ну и, в принципе, на этом все. Я имею в виду по Террарии, что я сейчас говорил, все. Так. Возможно, топ-2 сейчас займем. Ты успеешь, чувак, главное... А, на все равно, блин, не успел. Так, все, минус. Блин, я всеми патронами промазал. А ну он Левиафана не вынесет. А хотя, вы видели, какой он урон нанес? Офигеть, ладно. Второе место и... Плюс 6, чего? Я за второе место на таких кубков никогда не получал плюс 6. И... Да, наконец-то. Наконец-то я накопил эти несчастные 1338 кубков. И подождите. Я могу повысить ранг! Блин, просто легендарный видос, смотрите. Раз, два, три. Бам, мифический. Ну-ка, что она дает? Давайте прокачаем. Качаем. При убийстве противника... Плюс 220 здоровья союзников в радиусе 400.
Минус 90% скорости при зарядке союзником в радиусе 400 на 4 секунды. Ладно, давайте прокачаем его самого. Все отлично. 736 здоровья. Давайте еще вот это прокачаем. И вот это прокачаем. Отлично. Сталкер теперь у нас с вами мифический. И, кстати, это самое первое видео, когда я прокачал самого первого своего бойца на мифическую редкость. Классно. Что, ребята, на этом я буду заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, конечно. И всем удачи, и всем пока-пока.